В Ленинском городском округе активно идет строительство новых микрорайонов, вследствие чего увеличивается плотность населения. Открытие миграционного пункта номер 3 в деревне Боброво позволит значительно снизить нагрузку на основные подразделения ведомства, расположенные в муниципалитете, а также своевременно оказывать необходимые услуги местным жителям. Рост жителей, населения нашего городского округа обязывает нас не только к строительству социальных объектов, дополнительных объектов инфраструктуры, но и к повышению качества оказываемых в них услуг. Новое отделение площадью 70 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома. В помещении созданы максимально комфортные условия как для посетителей, так и для специалистов. Если раньше, скажем так, Булатниковская территория частично обслуживалась в Развилковском территориальном пункте, скажем так, в МП номер 2, либо в городе Видном, МП номер 1, на Лемешко, очень было неудобно, как говорится, добираться на нескольких видах транспорта для получения той или иной государственной услуги, то сейчас с открытием этого даже миграционного пункта, то есть упростится вариант, людям не надо ехать. В миграционном пункте 3 сотрудника. Начальник нового подразделения, майор полиции Елена Шведова. Елена Юрьевна работает в миграционной службе с 2005 года. Сейчас на нее возложена большая ответственность. Таким небольшим составом нужно обслуживать население около 100 тысяч человек. Расположен территориальный пункт, да, удобно, я считаю, потому как такой он получается в центре данной нашей территории, населенный пункт, да, деревня Боброво. И по оснащенности просторное светлое здание, да, свежий ремонт, все условия созданы для работы. Здесь жители смогут оформить постоянную или временную регистрацию, сняться с регистрационного учета, получить, заменить или восстановить паспорт. В пункте предоставляется адресно-справочная информация. Также ведется рассмотрение заявлений по вопросам гражданства и принятие по ним решений. Я, как житель этого района, очень рада, что открылся и миграционный пункт номер 3 в нашем районе, и участковый пункт милиции. Больше безопасности, больше порядка будет в нашем районе. В миграционном пункте номер 3 смогут получать услуги жители населенных пунктов, расположенных на территории бывшего сельского поселения Булатниковское. Также в отделении 3 раза в неделю будет вести прием участковый уполномоченный полиции. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Видное ТВ.